старше самого болота. Жаль, что я не могу прочитать руны. Изображающая трех женщин. Что-то это мне напоминает. Подножие нечто вроде алтаря. Это было? Похоже на деревню кирпичников. Thank you.
Странник из дальних земель. Седой, но не старый. Непобедимый, но покрытый шрамами. Он утратил то, что ныне ищет. Как мне звать тебя, добрая женщина? Я Васка, старейшина этой деревни. Геральт, ведьмак, мое почтение. Чем занимаются жители деревни? Мы простой народ. Мы умеем только добывать глину и делать кирпичи. Кирпичники? Почему же никто не работает? Тяжелые времена пришли к нам. Ответь, странник, что делают ведьмаки? Мы решаем проблемы. Хочешь спросить о чем-нибудь, беловолосый? Тут побывал другой ведьмак, некий Беренгар. Он был здесь. Задавал разные вопросы по поводу алхимии. Крутился возле башни. Его, наверное, тот алхимик Калкштейн прислал. Вскоре мы нашли его вещи в глиняном карьере. Они все были в крови. Спасибо, Васка. Беловолосый. Там были следы борьбы, причем не с чудовищами. На него напали люди. Злые люди из сухих земель, огненные ящерицы. Будь осторожен. Ты мне нужен живым. Я хочу узнать про башню на болотах. Как меч ты рассекаешь покров тайны. Тот, кого называют дедушкой, удовлетворит твое любопытство. Я буду молчать, пока не придет назначенный срок. Как скажешь. Хочешь спросить о чем-нибудь, беловолосый? Делать нечего. Дурацкая игра. Добрый господин, нужна... Ты кто такой? Ведьмак. Ведьмак? Ну-ну. А мне казалось, старый Лео Боннарт от вас избавился. Боннарт? Никогда о нем не слыхал. И вряд ли услышишь. Он в земле. Каждый, кто занимался нашей профессией, рано или поздно встречает более сильного противника. Какой это вашей профессии? Я охотник за головами. Что привело тебя сюда? Так кем был этот Боннарт? Старый Лео был легендой. Смотреть, как он работает, было одно удовольствие. Чем-то он был похож на тебя, ведьмак. Он тоже убивал без эмоций, без гнева и без печали. Так же, как ты убиваешь, к примеру, утопцев. Он был лучшим. Высокий, поджарый, и эти невероятные глаза. Один взгляд этих пустых рыбьих глаз мог сломить человека. Он был магом? Нет, обычным человеком, по крайней мере физически. Он убил несколько ведьмаков, тех, которыми были недовольны крестьяне. Ваши ведьмачьи рефлексы и магические трюки – ничто по сравнению с его мастерством. Но он мертв. Ты сам сказал, ему попался более сильный противник. Да, так что, ведьмак, береги себя. Прощай.
Чего тебе, сынок? Просто хочу осмотреться. Ну, как хочешь. Обглоданные человеческие кости и мозг. Меня сейчас стошнит. А, да, это мой дом. А этот череп и мозг на столе человечьи? Да. Мясо? Да. На тарелке и в чашке? Верно. Но прежде чем эмоционально реагировать, выслушай мои оправдания. Какие могут быть оправдания у каннибала? Ты бледен. Кушать хочешь? Почему ты ешь человечину? Мне нравится. На вкус как цыпленок и для здоровья полезно. Фунт человечины — это как... Хватит, спасибо. Сам спросил. Подчеркиваю, что я соблюдаю правила. Например, я никогда не ем детей. Да уж, благородство. Не надо сарказма. Иногда я кушаю друида, кирпичника или лесоруба. Особенно люблю эльфятину. Это мясо ароматное и словно пропитано кореньями. Все, с меня довольно, ублюдок. Как хочешь, больше ничего не скажу. Ты не заслуживаешь жизни, а я как раз профессиональный убийца монстров. Вот так-так. Всегда можно убить меня, но от меня больше проку, пока я жив. Я многое знаю и изучил это болото вдоль и поперек. Я уверен, что я тебе еще пригожусь. Так я тебе и поверил. Ты сбежишь, как только я уйду. Я слишком стар, чтобы снова пускаться в бега. Я тебя не обману. Ты пришел на болото с важной целью. Тебе важнее ее достичь, чем убить старого людоеда. Знай, я храню ответы на многие загадки. Меня не заболтаешь. Умри, каннибал! Не сейчас, сынок. Опять есть хочется.
Ха-ха-ха!